Всем привет! С вами video-shopper.ru. Похоже, в Sony Ericsson решили окончательно запутать покупателей, выпуская модели-близнецы. Вот Xperia Neo, а вот Xperia Neo V. Вторая модель позиционируется как более дешевая, значит, что-то урезали. Но что? Сейчас узнаем. В комплекте аккумулятор на 1500 мАч, проводная гарнитура, кабель для синхронизации, адаптер для зарядки от сети. Флешка на 2 ГБ уже в телефоне. Нетрудно заметить, что по сравнению с оригинальным телефоном она стала в 4 раза меньше. Как обычно, купив Xperia Neo V у нас, вы можете получить множество бонусов и подарков. В том числе увеличенную карту памяти объемом до 32 гигабайт, пленку на экран, кожаный чехол, а также более 100 игр и программ. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru. Мы не будем описывать внешний вид и функционал смартфона. Любопытствующие могут посмотреть обзор оригинального Neo. С тех пор ничего не изменилось. Изменения коснулись лишь встроенной камеры. Вместо 8 мегапикселей – 5. Хорошо, хоть оставили функцию HD-видеозаписи. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому мы подготовили для вас несколько примеров фотографий. Кстати, благодаря уменьшившемуся размеру фоток, галерея теперь работает быстрее. Не думаю, что это сделано специально, но результат налицо. Только в нашем магазине video-shopper.ru, в том случае, если в течение 14 дней Xperia Neo V вам чем-то не понравится, мы любезно вернем вам деньги за один день по первому требованию. Без скандалов, нервотрепки и экспертиз. Средняя вилка между моделями порядка 1000 рублей. Если ради этого вы готовы пожертвовать камерой и флешкой, можно попробовать. Если вы еще не определились с выбором, посмотрите видеообзор Xperia Neo. Удачи! We'll be right back.